С начала февраля, с конца января, и вот уже ягодки у нее, да? Вот так вот она цветет долго. Выгодно, видимо, его садить. Она всю зиму цветет. И уже конец мая, июнь скоро, она все цветет. Полгода. Где-то ягоды выпустила, а где-то цветет. Вот это тоже валерьянка, не валерьянка, как она называется. Валерин рут. Автобусик наш поехал. Дождик у нас. Холодно сегодня. Холодина, ветер. Люди бегают. Хорошее для пробежки время. Ладненько, отключаюсь. Опять типа пробка, что ли. Медленно все двигается. Ну какой кактус классный. Вот она тоже красавица. Только розовая, не красная. На дороге. Туда выше прогуляться. Ой, соседи вот эти наши. Стройку свою продолжает, но мне нравится, так классно они строят. В том плане, что мусор сразу куда-то весь вывозится. Все чистенько, аккуратненько, никаких тебе щебенки, горы, еще чего-то, песка. А вот с этой стороны ромашки зацвели. Акация отцвела уже почти. Ромашки теперь такие классные. Любит это. У нее новые там жильцы. Любит она цветочки. О, какую они там вырыли гору. О, они там роют конкретно. Все куда-то же вывозится это. Камни отложили. Это, наверное, на заборы. Стену вот здесь построили, которую сломали до этого. Такой вот домик у них там. Они приезжают. Видимо, ночуют иногда. Все аккуратненько. Цветочки, горшочки. Уже сразу же тут стройка. Тут же тебе растения. Вон они какие красивые. Доставка Morrisons. Я, по-моему, с Morrisons всего один или два раза заказывал. Ой, а тут наши тоже соседи. Что тут у них красиво? Розочка какая-то цветет. Ой! Ой, какая красота! Сейчас сезон роз в Англии. Красотища. А что-то у них этот виноград, они его убили, что ли? У них весь дом заплетался тоже вот этим бостонским диким виноградом. Или еще он не озеленяется, или они его убили. У Лорел тоже цветная эта, пятнистая. А вот. А тут тоже вон этот, как его, плющ. Маме нравится он. Она его все в Америке размножает. Пятнистая лорел, это классная. Тоже она мне нравится. Вот эта сирень калифорнийская. Ну все, маленькая тут. Ну все такое аккуратненькое. Ступеньки. Европа. Все милипиздрическое, но
аккуратненько. А вот тут вот у соседей забор повалило ураганом. Что-то они его так и не сделали. Тоже там ромашки всякие цветут. И это... Синенькие эти летние, многолетние. Как они называются? Детишки тут. Аквилегия. Аквилегия отцветает уже, вон семена дает. Ромашка. А это сурепка тоже отцветает подалека. Сорняковая. Тоже куст обрезали. Вон она, роза там тоже бушует. А наши тут заборы. Вон она, красавица. Где она? Вон она. Люди прошли просто. Красотка. Сколько уже роз дала бордовых. Эти тоже дикие цветут. А здесь тоже роза, по-моему. Или роза, или гортензия. И дельфиниумы красные. Красота. А здесь вот тоже розы. Розы, ругосы. Вот они какие красавицы. Ой, ну чего красивые, красные. С этой стороны тоже. Упс. Не туда. Люди бегают. Тут тоже розочка. Красные, видимо, любят здесь. А вот они тоже аквилегии. Синие. Красота, лепота. Сейдж уже отцвел. Эта сирень тоже отцветает. А вот она и отцветет. Айвушечка. До сих пор. С февраля. С начала февраля. Ну, лук тоже цветет. Сейчас сезон лука вот этого цветного. Вот эти тоже классные. И наш парчик. Парчушечка. Здесь вот я домой смогу пройти. Красота, красота. Ляпота. Это же тоже отцветает.